Была война много лет назад между аниматрониками и людьми, которая принесла много разрушений всему миру. Прошло много времени с тех пор, и на Земле теперь уже не так, как раньше. Никто не знает, почему началась эта война, но известно только одно, что спустя долгие годы противостояния пора ее заканчивать. Те, кто уцелел в этой битве, прятались и готовили свой план для очередного нападения. Люди обладали современным оружием, как для защиты, так и для нападения. В то время, как аниматроники были очень сильны и обладали необычайной скоростью, что давало им немалое преимущество. Пора закончить эту войну, но только главному герою под силам остановить это бессмысленное противостояние.